ханы Крымского юрта, повелители двух материков, как они гордо титуловали себя, наследовали власть над народом от самого Чингисхана и обладали этим правом с рождения. Крымские ханы по сей день считаются владыками Дешты-Кыпчака, то есть всей бывшей Золотой Орды, чьим престолом род Гераев овладел в 1502 году. Имея своим предком величайшего завоевателя Азии, Гераи значительно превосходили знатностью происхождения всех прочих восточных владык, не исключая и потомков анатолийского эмира Османа, восседавших ныне на Стамбульском троне.